Дорогие мои друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Ильичев Антон. Я родовой практик, я исследователь кладбища, исследователь некроэнергии. Находясь на кладбище, я занимаюсь уборкой могил. Я натыкаюсь на вот такие, собственно говоря, обряды. Что мы с вами тут видим? Фотокарточка лицевой стороной, прикручена нитками к кресту, собственно говоря. И вот это встречается, значит, довольно-таки часто. И одно и то же. Это обряды из интернета, дорогие друзья. И сейчас я вам разложу вообще, что это такое и как вообще на это, грубо говоря, реагировать. Ну, во-первых, я сразу чувствую, что это делала молодая девушка. Это порченная работа. Выбор могилы. Могила безымянная. Могила заброшенная. В интернете пишут, что уже через такие могилы можно делать порченные работы. Молодая девушка прочитала в интернете этот обряд, нашла такую могилу, но в чем же ошибка? Ну, крест для этого неподходящий. Ну, давайте посмотрим, крест — это просто две трубы. И ничего человеку этому не будет плохого, что его фотокарточка примотана двум трубам. Даже если что-то она там наговаривала, наверняка, там же написан текст в интернете, когда вот это все наматываешь там что-то. Так, ну с крестом закончили, да, крест неподходящий, что в эти трубы там ничто, ничего там не уйдет. Давайте перейдем к обмотке. В интернете, скорее всего, было написано, что надо обмотать крестом фотографию, чтобы закрыть этому человеку все дороги. Она в интернете прочитала. А тут она, значит, обмотала просто X. Да? Ну, все уже как бы, все потеряно, все, что прочитано было. Далее, фотография, да? Ну, примотала фотографию, а где закреп? Это должно быть все скрыто, это таинство. А тут нет, все, никакого таинства нету. Основная заповедь настоящего колдуна, ведьмы, это таинство. Тут никакого таинства нету. Правильно? Каждый может подойти, посмеяться, сорвать и все. Я не вижу, чтобы были оставлены дары, что могила была убрана. Ничего этого нет. Так что вот так вот в интернетах вот это все происходит. Неправильная работа на кладбище может плохо закончиться. Дорогие ведьмы, пойдемте вытащим фотографию, посмотрим, что там такое. Значит, мужчина. Мужчина. Штангист. Пауэрлифтер, наверное. Ну, вот такая фотография. Может, присуху делали. Тут что-то написано, но непонятно. Так, а могилка-то и не... Тут вот надписи какие-то. Ну все, я не прочту, но что-то Филимонов. Ну и так далее. Ну вот. Где таинство? Я не вижу никакого таинства. Ничего не убрано, дорог нету. Интернетовские вот эти все истории нерабочие. Я выкину в мусорку эту фотку. Так что не переживаем мы с вами. Ничего с этим мужчиной не будет. Все это такое. Хочу сказать, каждый практик должен быть индивидуален, дорогие друзья. Не доходя даже кладбища, вы должны уже чувствовать, подавать знаки, что вы уже приближаетесь к этой земле, это некроземля. У вас должны руки гореть,
Вот сейчас кладбище просыпается, оживает. Весна ранняя, я чувствую прям. Да. Ну ладно. Дорогие друзья, что хочу вам я сказать. Самое главное, помните свой род, почитайте свой род. Он будет оберегать вас, ваших близких и ваших детей. До новых встреч. С вами был Ильичев Антон. Пока-пока. Пока. Пока, пока.